Звезды свое влияние оказывают не только на людей, но и на лошадей. Поэтому, если вам нравится тема гороскопов, предсказаний и совместимости, вам будет интересно вам именно сюда. И сегодня мы рассмотрим, какие они кони и кобылы, а также ослы и мулы, рожденные под знаком Стрельца. В период с 21 ноября по 20 декабря появляются на свет лошади-стрельцы. Конечно, в осенне-зимний период лошади рожают редко, но метко. Это лошади-люди, кентавры, очень гармонично развиты и веселы. Любят свободу и любят никакие ограничения. Лошади-стрельцы стремительны и безудержны. Самое ужасное для них сидеть закрытыми в конюшне. Легко поддаются обучению, но от однообразных упражнений могут заскучать и потерять в целом ко всему этому интерес. Кони-стрельцы – это бойцы и абсолютные победители, и словно призвание их возить на себе настоящих героев и предводителей. Вот такие они лошади, ослы и мулы, родившиеся под знаком Стрельца. Если вам понравилось это видео, порадуйте меня лайком, подписывайтесь. Заходите еще. До новых встреч. Пока-пока.